Так динамично и весело прошло лето в лагере «Юнармеец». В эти летние месяцы почти 900 ребят отдохнули в оздоровительно-образовательном центре Щелковского района. Но вот четвертая смена подошла к концу. Пора возвращаться на школьную скамью. И, согласитесь, приятно приступать к учебе свежими, отдохнувшими, с новыми позитивными воспоминаниями. 869 ребят отдохнули здесь летом. Прекрасным летом, теплым летом. Было весело? Да! Осталось желание вернуться сюда? Да! Все четыре смены в «Юнармейце» были посвящены году кино в России. Для самовыражения ребят работали 8 творческих студий и 4 спортивные секции, где каждый юный отдыхающий мог найти занятие себе по вкусу. У меня вопрос, может быть, неожиданный. Кто сможет с поднятой рукой одним словом сказать, что для вас «Юнармейец»? Счастье. Счастье, отлично. Еще. Веселье. Знакомство. Дискотеки. На торжественной линейке в честь закрытия четвертой смены многие ребята продемонстрировали, что и летом не просто отдыхали, а научились чему-то новому и интересному. Лето подходит к концу, но воспоминания остаются об играх и танцах, свежем воздухе и теплых лучах летнего солнца и, конечно, новых друзьях, с которыми всегда можно снова встретиться, вернувшись в «Юнармеец» следующим летом. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».